Один, два, три. Ага. Всего 8. Нормально. Что ищете-то, ребят? А, дядь, ничего. Вы все равно не знаете. Алло? Товарищ певец, ваше задание выполнено. Секундочку. Алло? Таракан. Тараканище. Узнаешь меня? Жора. Ты, да? Я. Как я рад тебя слышать. Сколько же лет мы не виделись? Ой, 20 лет. Даже больше уже. Слушай, я видел тебя по телевизору. Хорошо поешь. Спасибо. Слушай, таракан, а ты хоть понял, зачем я тебя ищу? Ремонт, наверное, делаешь? Обои нужно поклеить? Говори адрес. Таракан, совершенно ты не изменился. Но нет, не ремонт. Я тебя хочу на концерт пригласить. Спасибо, с удовольствием приду. На твой концерт. Нет. Вот тут ты не понял. Не на мой, а на твой. Я даже афишу придумал. Таракан возвращается. А? Давай, держи связь с пионерами. Они тебе все объяснят. Не понял. Пока. Алло. О дате и времени проведения концерта будет сообщено дополнительно. Погоди, а кто это тебе синяк-то поставил? Неважно, пионеры не должны жаловаться. Правильно. Я тебе целительную мантру дам. Она тебе поможет в борьбе за правое дело. Отряд, на помощь! Что такое? Что? Что случилось? Спрячьте меня куда-нибудь, пожалуйста, за мной гонятся. А я тебе сказал... Алло? Алло, тетя Марин, вы? Ага, опять я. Ты когда дома будешь? Вы Кристю мне позовите, пожалуйста. Кристя! Крис, слушай, а что ты меня на свой концерт не приглашаешь? Вилка, хватит так жестоко шутить. Ты же знаешь, какой концерт без продюсера? Ничего не знаю. Вот тут стою, висит плакат, на нем написано «Мегазвезда Кристина в Императоре». А на этом плакате твой портретик. Что? Это, наверное, Крыжовников организовал. Ну почему он меня не предупредил? Вилка, Вилка, жди меня там, пожалуйста, в Императоре. Я сейчас приеду. Черт, надеюсь, фанера будет качественная. Вилка! Крис, Крис, смотри! Вилка, это я! Все, пошли. Приглашение. Эй, ребят, вы чего? Вот это видели? Вот вам и дресс-код, и фейс-контроль, ясно? Угу. А, Крис! А вам? Это со мной! Крис, надо найти организаторов, да? Да ты чего? Вилка, чего ты паришься? Какие организаторы? Что, я за ними бегать буду, что ли? Слава богу, не в потанцовке работаю. У меня сольник. О, девочки! Виола, Кристина.
проходите. Здравствуйте, Елена. Здрасте, здрасте. Вау. Да. О, вау. Почему ты без трусов? Что? Я имею в виду трусы со стразами, которые я шила лично по твоему заказу для сегодняшнего концерта. А я вас что-то заказывала, да? Виола, посмотри, что делает шоу-бизнес с людьми. 5 минут как мега-звезда, она уже не помнит, что она заказывала у Элен Кухмистровой. Деточка, что с вами будет дальше? О-хо-хо! Начинается. Крис, что ты сидишь? Вилка, Вилка, не суетись. Это какие-нибудь начинающие на разогреве. А разве это не вы? Нет, это не я. Это какая-то профурсетка. Я на тебя больше не злюсь. Что делать? Вилка, что это? Это шоу-бизнес, девочка. А, шоу-бизнес. Угу. Познакомьтесь, это музыкальный критик Хавский. Милейший, и объясните девочкам, что происходит. Да. Перед вами отнюдь не новое и хорошо мною изученное явление – двойник мегазвезды. Исполнение песен под так называемую фонограмму создает благоприятную почву для появления подобных паразитов. Достаточно иметь некоторое внешнее сходство с мегазвездой, нацепить блестящие трусы, и вот уже неискушенная публика аплодирует вам. И что же нам теперь делать? Примите сей факт как данность. Расслабьтесь и попробуйте получать удовольствие. Хотя, конечно, какое удовольствие можно получить от подобной галиматьи? Крис, не расстраивайся. Если это дело Крыжовникова, я заставлю его пересмотреть договор. Нет. Сейчас. Сейчас я с ним разберусь. Нет, если это Крыжовников придумал двойника, я не хочу с ним работать. Не зарекайся. Странно. Крыжовников номер сменил. Ничего, ему завтра на работу позвоню. Упал на песок и говорит, спрячьте меня, за мной гонится. И замолчала, и вот до сих пор ничего не говорит. Ничего, сейчас отдохнет, покушает и заговорит. У нас в 4-м отделении не такие раскалывались. Да ты кушай, кушай. Вы из милиции? Успокойся, тетя Марина в столовой работает. В отделении милиции. О, а кто это там пришел? Милиция. На ловца и зверь бежит. А ты куда? Куда? А блинчиков-то? Стоять! Говорила мне Верка, что у Крыжовникова везде свои люди. А вот с этого места поподробнее. Так, Тараканова, иди помой руки и садись за стол. И ты покушай, Олежек. Я такой плов приготовила с баранинкой, травочками, пальчики оближешь. Давайте, ну. А мы с девушкой поговорим и присоединимся к вам попозже. Да я уже, поужинала. Аня уже поужинала. Аня? А ты откуда знаешь, как ее зовут? А я из милиции, и мне положено все знать. Да? Да. А я частный сыщик, и милиция должна со мной сотрудничать. Да? Да. С какой-то стати? Милиция тебе чего-то должна. А как же корпоративная солидарность? Мы одно дело делаем. Тараканова, какое это мы с тобой сейчас одно дело делаем? Вот беда-то какая. А вот вы подумайте. Вот я в своем 4-м отделении такого насмотрелась, такого. Вот, например, муж-водитель, а жена патологоанатом. Или там муж полковник, а жена майор. Не. Или, а еще хуже-то, жена полковник, а муж завхоз. Да что вы такое говорите, тетя Марина? Они так ругаются. А я всегда говорю, давайте сядем, покушаем. Анечка, пойдем, деточка. Не бойся их никого, они хорошие. Пойдем, пойдем. Садись, блинчиков ты еще не ела. Ну-ка, давай, давай, садись. Прошу. Ну, давайте, ребята. Как она здесь оказалась? Это я во всем виноват. Аня, дайте, пожалуйста, соль. Живете в Москве без регистрации? Да. У меня нормальной-то жилплощади нету. Вера обещала, она говорила, раскручусь и заработаю денег. Тогда куплю тебе квартиру и себе. Сначала однокомнатную. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы видели последний Веру в живых? А я предпоследний.
Очень интересно. Но об этом мы с тобой отдельно поговорим. Может быть, вы помните, она была расстроена чем-то или напугана? Да нет, наоборот, она такая веселая была. Она в последнее время была очень веселая. Я даже ее никогда не видела такой. Она губы какой-то странной помадой красила. Это я ей подарила. Спасибо, Виола. Значит, обычно она была грустной, что ли? А чего веселиться-то? Ее сестричка-то Минка, она же вместе с этим продюсером Волковым. Они же обокрали ее. Они у нее песни украли. А она вот как работала официанткой в этом самом «Как-то», так и продолжала. А у Верки же талант был. Она ведь такие песни писала, настоящие хиты одни. А исполняла их Минка, а потом еще и Фомин. Но Фомин ни при чем, я с ним разговаривала. Дальше. А что дальше? Дальше, когда Минка пела Веркины песни, Верка еще терпела. А когда Фомин начал, она уже не выдержала. Она залезла к нему в квартиру и все диски украла. Так я и думала. Что значит «залезла в квартиру»? Объясни-ка. Ну, ключ у Мины взяла. Да. Вера, когда узнала, что Мина утонула, она еще раз к нему в квартиру залезла. И за деньгами, потому что сестру было не на что хоронить. Она мне сама это сказала. Подумай. Я ей про Волкова говорю, а она говорит, я все знаю, я все видела. А что именно видела Вера? А? Не знаю. Клянусь, не знаю. На самом деле не знаю. Она мне говорит, Анька, я больше всех тебе доверяю, но этого не скажу. Меньше знать будешь, дольше жить будешь. И вот она как в воду глядела. Вот она знала и умерла. А я вот, я ничего не знаю. А очень страшно. Поэтому я от вас и бегала. Ой, доброе утро. Доброе утро, деточка. Ничего не понимаю. И куда это моя жена с утра пораньше собралась? В магазин. В холодильнике пусто, есть нечего, шаром покатит. Неубедительно соврала. Неубедительно. А другие версии есть? Есть. Иду в газетный киоск купить желтуху. Хорошая газета, серьезная. Да ладно, Олег, я все понимаю про эту газету. Ну, просто там бывают публикации про всяких мегазвезд, например, про Кристину. Или Фомина. Да? А Кристина, она же собирает эти заметочки и потом хвастается подружкам. Ей приятно будет, убедительно? Убедительно. Знаешь что? Я, пожалуй, с тобой пойду. Куплю себе газету «Желтуха». А то ведь на работе делать нечего. Частные сыщики за меня расследование ведут. Ой, ну Алло, здравствуйте. Я бы хотела поговорить с автором статьи «Взятка». Это я? А вы знаете, мне нужно с вами переговорить лично. Вы не возражаете, если я прямо сейчас к вам подъеду, а? Возражаю. А мне с вами не о чем разговаривать. А, значит, вам неинтересно поговорить с частным сыщиком, которого продюсер Крыжовников нанял для расследования убийства Волкова.
И совершенно нелюбопытно узнать, после каких событий продюсер Крыжовников перестал отвечать на звонки частного сыщика. Жаль. Я думала, вы серьезная желтая газета. Желтая-желтая? Очень даже желтая. Вы что делаете? Не обращайте внимания. Рабочий момент. Готовлю следующий материал. Кстати, кое-что уже накатал. Заглавие будет такое. Сенсационное разоблачение. И ниже. Крыжовник дозрел. Мы с вами еще не поговорили, а вы уже пишете. Хорошо, давайте поговорим. Если мне что-нибудь из вашего рассказа понравится, я, может быть, что-нибудь из него и вставлю. Но, честно говоря, я уже сам все придумал. Придумали? Угу. Секундочку. А? Вот. Вот это вот. Тоже придумали? Про то, что автоандил решил сменить род деятельности и запел. Но запел так плохо, что ни один продюсер не решился с ним работать. А? И что он предложил взятку Крыжовнику за то, чтобы тот крутил его песни по «Оттянись радио». Это вы тоже придумали? Милая моя, все правда. Все правда. Скандальная, ужасная правда. Вы слышали, как поет автоандил? Нет, бог миловал. Чтобы это крутить по радио, нужна просто гигантская взятка, а не те копейки, которые автоандил принес Крыжовнику. Если бы вы внимательно читали статью, вы бы поняли. Скандал заключается не в факте получения взятки, а в ее размере. 50 тысяч евро – это смешно. Я смеялся, когда узнал. У нас вся редакция смеялась. Мне главный на летучке говорит. Напиши, говорит, вставим на первую полосу. Пусть народ посмеется. Да уж, насмешили. Я знаю Крыжовникова. Он не берет взятки, любые суммы. А «Оттянись радио» очень успешное. Хотя... Нет, он, конечно, мог спровоцировать скандал для саморекламы. Но вряд ли. Он же серьезный, успешный продюсер, а не какая-нибудь начинающая супер-попер-звезда. Вот. Вот тут вы в самую точку попали. Закатилась его звезда. Подвела его секретарша. Полина? Полина. Никогда в это не поверю. Полина – самая исполнительная и послушная секретарша, которую я видела. Милочка моя, никто и не говорит, что она не исполнительная. Ведь дело как было. Пришел автоандил, принес взятку. Она говорит, шеф не принимает. Ну, автоандил же вечно спешит, ему все некогда. Он говорит, я должен ему кое-что передать. Она говорит, ну оставьте мне, я передам. Он оставил ей конверт и стал ждать, когда его песня пойдет в эфире. Эфир молчит. Ну вот он и стал рассказывать всем, какой Крыжовников гад. Взятки берет, а в ротацию не ставит. Так у вас же здесь вот совсем не так написано. Где здесь написано про конверт? Полина же не знала, что там взятка. Дорогуш, вы, наверное, в газете никогда не работали. Ну? Так вот не нужно говорить о том, чего не знаете. Ясный пень, что Крыжовников взяток не берет, но кому это интересно? Объясняю. Подходите вы к киоску, покупаете газету. Там написано, у нас все хорошо, у нас все люди честные. Ну кто это купит, кому это надо? Вы купите такую газету? Да нет, не купите. А эту купили и сразу ко мне прибежали. Я даже кофе попить не успел. Кстати говоря. Я прибежала, потому что со вчерашнего дня Крыжовникова ищу. Я думала, он пропал после того, как убили Веру Панасюк. Я даже его подозревать начала. Вам сколько сахару? 2. А он, оказывается, из-за вас спрятался. Оклеветали честного человека. Не стыдно вам? Знаете, нисколечки не стыдно. Если ваш Крыжовник такой честный, как вы его себе нафантазировали, что же он не прибежал сюда, не устроил скандал, не набил мне морду, не пригрозил судом, в конце концов? Это обычное дело, так всегда поступают все честные оклеветанные нами люди. Даже его исполнительная секретарша. Что ж нам никакого фи по интернету не послала? Нет, тишина. А вот это очень странно. Я целое утро Полине звонил, никто трубку не берет. Правильно, о чем я вам и говорю. Сколько бы грязи журналист на человека не вылил, все равно он будет далеко от правды. Да как вы можете? Может, из-за вас сейчас у Крыжовникова, у него сердечный приступ. Ой, я вас умоляю. А давайте еще раз Полине позвоним. А давайте. 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 Алло, кто говорит? Кто? Да сам ты, Полина, черт немытый. Чего? Какой ты рнет? Крыжовник утеши на огородище. Ну вот, убедились. Убедились? Ну в чем? В чем я должна была убедиться? В том, что Крыжовник взятку забрал и улетел на Мальдивы, прихватив с собой секретаршу.
Или крыжовник взятку забрал, а секретаршу убил как свидетельницу. Или секретарша взятку забрала, а у крыжовника сердечный приступ. Или секретарша взятку забрала, а крыжовника убила, чтобы деньги не отнял. Хватит еще и на наш век работы. Полин, скорее всего, действительно скрылся от ваших несправедливых обвинений. Я вас умоляю. А у вас, кстати, случайно нет ее домашнего телефона? Кстати, нет, с удовольствием раздобыл бы. Адресочек, телефончик. Нет, ну на всякий случай, мало ли какой скандалец случится. А в Тандил координаты есть? Ну, этого добра сколько угодно. Он же сам во всей редакции свои координаты разослал. Он же профессиональный тусовщик. Скандальная звезда. Светских хроник. Тем и живет. Пожалуйста. Спасибо. У меня к вам еще одна просьба. Вы не пишите обо мне плохо. Ну, я все-таки вроде как почти известная писательница Виола Тараканова. Не отпугивайте от меня читателей. Не, ну конечно. Я же понимаю. Правда? Не совсем же я бессовестный. Конечно. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До свидания. Известная писательница Виола Тараканова замешана в истории со взяткой. Алло. Это я. Да. В офисе полный бардак. Народ уже понес заявление об увольнении. Прошел слух, что завели уголовное дело, и всех сотрудников начнут таскать в милицию. А народ думает, что милиция и налоговая – это одно и то же. Хорошая работа. Что дальше? Действуем по плану «Б». Ты все поняла? Да. Вторая смена позади, я иду домой спать. Метро уже закрыто, твою мать. На переходе нет света, и ветра тоже нет. И это очень хорошо, ведь я хочу в море. Я спускаюсь под землю, совершенно один. Где-то стою, то, что нужно, и широкие штани. И начинаю делать то, что так давно хотелось мне. Я оставляю свой след на этой земле. А вот идет интеллигент, жители его мать. Научился, сука, в школе читать и писать. А уважение ко мне, но не в одном глазу. Ты, я ему одним ударом в его очки развезу. Слышь ты, алло, Хорош стучать, кому сказано? Я застряла. Застряла? Поздравляю, это твои проблемы, у меня свои проблемы. Черт, я, собственно, в фанеру попасть не могу. Что же мне тут до вечера сидеть? Что? Не-не-не-не, до вечера не надо, слышь? Вечером мне с мамой лифт нужен, у меня тусовка, я вечером на лифте поеду. Так что вызывай диспетчер и вали оттуда. Тут кнопка вызова не работает. Вот кто не хочет работать, у того ничего не работает. Вот я хочу работать, у меня все работает, так что все, пока. Ну подождите, ну пожалуйста, помогите мне, я буду вам очень благодарна. Да? Благодарна? А ты красивая? А что? Так, все, до свидания. Подождите, я вспомнила, я блондинка. Блондинки я сам открою. Здрасте. А где блондинка? Я тебе в третий раз говорю, я никаких взяток не брал. Ну, я и не утверждаю, что брали. А что ты утверждаешь? Я ничего, а вот они пишут, что давали. Вот. Во, давали. Еще раз, никаких взяток я не брал и не давал. Понятно, мы вообще грузины не берем и не даем взяток. Это добрая, хорошая, старая традиция, знать надо.
Но они пишут, что вы хотите петь. Я не хочу петь. Я пою. Не в одном глазу. Ты, я ему одним ударом не очки развезу. За ногу, за ногу, за ногу, за ногу, за ногу. Спасибо большое, я вам верю. Спасибо. Вы мне только скажите, вы давали Крыжовникову взятку в 50 тысяч евро в конверте и давали этот конверт Полине? Слушай, рыжая, ей-богу, ты какая-то бесстыжая прямо. И более того, ты какая-то смешная. Ну, подумай ты сама. Ну, было бы у меня 50 тысяч евро, на черта мне петь? Я бы лежал на диванчике, пил бы коньячок. Это, кстати, тоже добрая, хорошая наша традиция. Ага, значит, не было никакого конверта. Да был конверт, был, понимаешь, был. В последний раз тебе объясняю. Крыжовников должен был мне денег, это я точно помню, 1000 рублей. А он утверждал, что это вроде как я ему должен денег. Вот этого я не помню, ну да бог с ним. Должен я отдам, ты понимаешь, у нас традиция, должен отдай. Я занял денег у Елен, прихожу, там сидит дурная секретарша, то у него люди, то у него совещание, 5-10, ну долго я туда буду ходить. Я бросил ей конверт на стол и ушел. Понятно это? Понятно? Ну так что тебе еще от меня надо-то? Да. Да, я так, понял. А где моя кепка-то? Спасибо. О, вот она. Сергей Крыжовников не пересекал государственные границы Российской Федерации. Слушай, а с чем мы с тобой решили, что он вообще сбежал? Может быть, у человека отпуск? Сидит себе, отдыхает приспокойненько у себя на даче, вот и все. У него нет никакой дачи, он живет в съемной квартире. Дорогой мой, не смеши меня. Ну как у владельца и продюсера крупной радиостанции не может быть собственной квартиры или дачи? Оформлено просто на близких родственников. Ну что, по соточке? Нет у него никаких родственников, у него никого нету. Страна большая, завязывай. Давай. Все-таки что-то не так с этим оттенись радио. Слишком крутая каша заваривается. Убить Волков. Готов? Архип Сергеев сидит в СИЗО. Начали. Крыжовникова обвиняют в получении крупной взятки. И он исчезает. Вера Панасюк, которая что-то знала про Архипа и Крыжовникова, убита. Секретарша Полина исчезла. Разобрал. Радио гибнет прямо на глазах. Все это делает либо кто-то внутри радио, и тогда Крыжовников в курсе, либо кто-то снаружи, и тогда он должен, по крайней мере, догадываться, кому это нужно. Собрал. Открываю глаза. Прошу. Молодец. Знаешь, о чем я думаю? Мне очень странно, почему Крыжовников не приходит в милицию. Может, он боится, что его убьют или посадят в тюрьму. Мы обязательно должны его найти. Я даже знаю, кто нам поможет. Ну? Архип Сергеев. Он утверждает, что ни он, ни Крыжовников не виновны в смерти Волкова. Ага. Вот и пусть помогает следствию. Ага. Он же должен понимать, что странное бегство Крыжовникова бросает тень и на него самого. Позвольте. Откуда это? Что, забыл? Здравствуйте, извините, а Полина где? Наверное, за зарплатой пошла, святое дело. Кстати, и вы могли бы получить. А так я здесь не работаю. Ха, повезло. А что, кроме уборщицы никого нет? А вам кто нужен? А вы расписываться умеете? Ну, вроде как, да. Ну, распишитесь.
Сергей, я ни в чем не виновата. Никаких 50 тысяч евро я не присваивала. Больше того, я никуда не сбегала. Меня похитили какие-то негодяи. Накачали чем-то, привезли в лес. Заперли в подполе пустого дома. Когда я пришла в себя, мне было очень плохо. Мне удалось сбежать. Зато теперь я знаю, кто заказал мое похищение. Вы этого человека также отлично знаете. Я прячусь на съемной квартире. На всякий случай я послала копии этого письма по всем вашим адресам. Приезжайте скорее, я никому не верю, кроме вас. Мой адрес – Синегорск. Синегорск. Не хочу вас огорчать, но «Оттянись радио» доживает свои последние часы. Что? Вот здесь опубликован материал, согласно которому Сергей Крыжовников получил взятку в размере 50 тысяч евро. По факту публикации будет возбуждено уголовное дело. Ну а пока все известные исполнители отозвали свои песни с вашего радио. Чушь! Это слив, чернуха! Допустим. А кому выгоден этот слив? Откуда я знаю? А вы подумайте. Подумайте, не ленитесь. Здрасте, до Синегорска поедем? 600. Не, у меня только 430. Ну ладно, поехали. Только я с великом. Только у меня правило. Деньги вперед. Вы что, не доверяете? Mm-mm. А то я тебя довезу, а ты меня ножиком пырнешь. И денег не заплатишь. Ну вот это правильно. Разорюсь я со своей добротой. Врагов у нас много. В шоу-бизнесе каждый второй враг, если не каждый первый. Вы же поймите, мы всем дорогу переходим. То есть? У нас репутация, а репутация – это звезды. Звезды – это рейтинг. Рейтинг – это реклама. А реклама – это самое главное, потому что самое главное – это деньги. Что, вы хотите сказать, что подставить вас мог кто угодно? Вот именно. А где нам найти Сергея Крыжовникова? На работе, он трудоголик. Да нету его там. Паника там уж давно. Все сотрудники увольняются. По месту жительства тогда искать его бесполезно. Бесполезно. Уже искали. Может быть, вы нам можете сказать, где он скрывается? Вообще-то, Крыжовников не тот человек, чтобы скрываться. Если он скрывается, значит, у него на то есть серьезная причина. Было бы странно, если бы я его выдал. О, следствию помочь не хочет. Да вы поймите одну простую вещь. Он может и дальше скрываться. От всех врагов в шоу-бизнесе. Это его право, как честного человека. Но вот от милиции скрываться хотят только преступники. Крыжовников не преступник. Вот мы и хотим это доказать. Кроме того, если не мы первые найдем Крыжовникова, его первыми найдут те, кто убил Волкова. А может, это вы Волкова убили, а? Тогда я за Крыжовникова спокоен, из нашего СИЗО еще никто не убегал. Ну ладно. Есть у нас одно место. «Оттянись радио» устраивает там корпоративные вечеринки. Это в Синегорске. Что ж так не везет-то? Слушай, тут самообслуживание. Давай так, ты из машины выходи, засунь пистолет, чтобы заправлялась, а я пойду денежку заплачу. Желтый шланг. Ну все, хорош. Ага, и дверку. Здравствуйте, до Синегорска подбросите. Только у меня денег нет. Да садись, так будет. По дороге поболтаем. Смотри-ка. Что это?
велосипед – это транспортное средство Таракановой. Правильно? Правильно. Тараканова? А Тараканова – это твоя жена. Железная логика. Не отвечает. Что будем делать? Так, давай лес прочесывать. Ты справа, а я слева. Угу. Вы кто, по какому вопросу? Здравствуйте, Полина, это Виола. А, Виола, проходите. Ага. Полина, с вами все в порядке? Да-да. Извините, меня открыла ваше послание и приехала. Я не знаю, в курсе вы или нет, но Крыжовников пропал. А, он не пропал. Нет, а где он? Вот он. Тихо-тихо. Ой. Во. Слушай. Мне кажется, Тараканова просто бросила велосипед, поймала попутку и уехала в Синегорск. А про Синегорск она откуда знает? Откуда она всегда про все знает? М? Ну хорошо, а велосипед она зачем здесь бросила? Не знаю. Но это сейчас не важно. Надо ехать, Олег. Я чувствую, надо ехать, будет поздно. Опа! Оп. Сюда смотреть. Опа. Кто там? Сидеть я сама открою. Пара-пара-па-опа-ти-там. О, а это что здесь делает? Ну как же. У нее договор с господином Крыжовниковым. Она находит убийцу Волкова, а он берет в ротацию ее племянницу. А что, племянницы еще и поют? Да, причем неплохо. Чудесно. Таланты нам нужны. Да-да-да-да-да-да-да. Радио Кей зажигает новую звезду. Встречайте племянницу, безвременно ушедшей от нас, великой русской писательницы Виолы Таракановой! Вася, папа, кажется, тетя племянницы нам хочет дать интервью. Сиди, Вася, я открою. Полина, развяжите нас немедленно! Ой-ой-ой! Девочка ничего не поняла. Разрешите представить... Алина Брилова. Моя сестра. Та самая сестра, которая пропала? Ну, не так, чтобы пропала. Просто слегка изменила внешность. Опа. Чтобы потом втереться в доверие господину Крыжовникову. Зачем? Затем, чтобы оттенить радио. Заткнулась. Да-да-да-да-да-да. Увы. Шоу-бизнес жесток. И мы жестоки. С волками жить, поволчьи выть. Кстати, попрошу не путать с продюсером Волковым. Виола, ну зачем ты вскрыла чужое письмо? Сама напросилась, таракашка. Крыжовник, а ты ничего не хочешь сказать на прощание? Последний раз. Я тебе... Дурачок. Я вам сейчас скажу. Сейчас здесь скоро будет мой муж, а он, между прочим, майор уголовного розыска. Мальчик, зачем домики? Вот он-то и вызовет пожарных. В конце концов, остальные жители поселка ни в чем не виноваты перед нами. Вася. Понял. Вася, погоди, дурак, что ли? Ну, что, давай быстрее, ну. Позвони еще раз, может, спят. Тихо. Ты что, дурак, что ли? Ща по лбу получишь. Урод. Кажется,
шоу пора заканчивать. Да-да-да-да-да. Все, Вася, не трынти, не на работе. Понял. Так-то зажигалочка. Вася, как всегда. Слушай, Юр. Чего? А телефон-то звонил только два раза. Ну и что? Всем полиция! На местах, это милиция! Милиция, стоять! Стоять! Лежать, я сказал! Всем лежать! Так стоять или лежать? Я лежать, я сказал! Руки в гору! На пол! Я старший лейтенант Юра Петров, ноги раздвинь! Ноги лежать, не шевелиться! Ой, боже! Петров иначе всех убьет! И тихо! Смотри, слушай, это ж Тараканова. Точно, вилка, она. Ноги раздвинули, ноги раздвинули, я сказал. Ну что, больно? Где ты был все это время? Все хорошо. Руки на шею, руки на шею, я сказал. Голову опусти. Опустил, опустил. Голову опусти, стреляй без предупреждения. Все, опустил. Виола, спасибо, вы замечательно выполнили свой контракт. Пожалуйста. А это кто? Юрочка, спокойно, это свой. Ну, допустим. Оказывается, вы не блефовали насчет своего мужа. Нет, я правда блефовала. А как же вы нашли нас? Архип адрес дал. О, вот они, мои хорошие, вот они. Ну, проходите, проходите. Здравствуй, Юрочка, проходите. Ну, что ж вы так долго? Ну, я заждалась. Сколько можно работать-то? Ну, тетя Марина, ну, что а вы готовили, а то очень есть хочется. Ну а как же, милый мой, ну как же я, да не приготовлю, это все готово давно. Сейчас кушать сядем. Нравится, как тетя Марина готовит? Я очень люблю, как вы готовите, тетя Марина. Ой, да я знаю, ты это любишь. Ну дай-ка я на тебя посмотрю, ну господи, на папу как похоже. На кум-то моего как похоже. Ну дай-ка я тебя расцелую. Девочка моя, ну пойдем, пойдем кушать, золотко мое. Держи. Спасибо. Так, что, кому хлебушка? Мне, черный, Тома, черный. Тетя Марина. Положи, пожалуйста, мне еще Кир, возьми хлеб. А у него есть. Олег, а Архипа теперь отпустят? Спасибо большое. Конечно. А у тебя все в голове сложилось? Все. А у меня не все. Несколько лет назад Сергей Крыжовников и Архип Сергеев организовали «Оттянись радио». Угу. То самое, которое быстро завоевало популярность и стала приносить приличный доход. Тогда же мелкий бизнесмен что Дэвид Брюлов, его сестра Алина и ее жених Василий Печенкин, впоследствии Вася Акей, организовали свою радиостанцию под названием «Радио Акей». В этом бизнесе у них ничего не получилось, потому что безусловным лидером все равно оставалось «Оттянись радио». Но вместо того, чтобы нормально продолжать работать, они решили пойти другим путем. И решили полностью уничтожить «Оттянись радио». И для этого внедрили в его, так сказать, структуру своего человека, понимаете? Во как. Тетя Марин, это что такое зеленое, а? Это долма, кушай, Юрочка, тебе понравится. Этим человеком как раз оказалась Алина Брюлова. Сначала она якобы пропадает, а потом, через месяц на «Оттянись радио» появляется некая Полина, секретарша Крыжовникова. Но это и была Алина, только она и изменила внешность. Алина, Дэвид и Вася терпеливо ждут подходящего момента, чтобы разобраться с конкурентами. И этот момент наступил, когда Архип подрался с Волковым. Архип его избил и ушел. А в это время появляется Алина, которая ножом убивает Волкова. Тем самым ножом, которым Архип пользовался вечером в ресторане «Император». Поэтому на нем и остались отпечатки его пальцев. Подожди, а помада Елен? Я очень долго на нее, кстати, думала. Ну, помаду Елен могли украсть. Она могла ее потерять. К тому же это было до убийства Волкова. Кстати, случайным свидетелем этого убийства оказалась официантка Вера Панасюк. Она стала шантажировать Алину, рассчитывая получить приличный куш на свою раскрутку. Ну и та расправилась с нежелательной свидетельницей. Да, а Крыжовников, узнав об убийстве Веры, заподозрил неладное и скрылся.
Но последней каплей была публикация в «Желтухе». Все решили, что деньги прикарманила себе Полина и сбежала. И бедным сотрудникам, ну что оставалось делать? Один шеф сидит в КПЗ, второй скрылся в неизвестном направлении, а секретарша с деньгами тоже пропала неизвестно куда. И все потихонечку, один за другим, стали увольняться. Понимаете? В общем, одним словом, «Оттянись радио» повисло на волоске. Картошку-то я забыла. Ну, тетя Мария, ну что ж ты так? Ты ж картошку тоже... А где был Крыжовников? А он был у знакомых. К нему доставили письмо Полины, которое она разослала по всем его адресам. И он попал в ловушку. А, ну заодно и я с ним. Только одного не могу понять. Зачем нужна была вся эта уголовщина Дэвиду? Убили Волкова, подставили Архипа, выставили взяточником Крыжовникова. И все ради того, чтобы свалить какого-то конкурента. Ну, не так все просто. Дело в том, что «Оттянись радио» — это акционерное общество. А Крыжовников и Архип являлись главными акционерами. Дэвид и Алина решили разорить «Оттянись радио», скупить по дешевке все его акции, таким образом организовать собственный холдинг, который в этой среде стал бы монополистом. Подожди, а Мина? Кто убил Мину? Мину никто не убивал. Это был несчастный случай. Экспертиза не подтвердила факт насильственной смерти. Так что у кого... Василиса прекрасная, а у нас... Василиса ужасная. А чё блинчики никто не ест, а? Я за вами. А вы кто? Водитель. Георгий Поднебесный вас ждет. Вот кого надо брать в ротацию!